Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 4. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства и никак не можете его восстановить. Итак, для начала мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости, чтобы отключить наше устройство. После того, как экран потемнеет, зажимаем кнопочку увеличения громкости и кнопочку питания. И после появления логотипа сможем отпустить кнопочку питания. Таким образом мы попадаем в такое вот меню. Кстати, я не помню, я сказала, что телефон нужно подключить к компу или нет, но это очень важно, без этого не получится. Когда мы попали в такое меню, можно отключить телефон от компьютера. Теперь здесь мы выбираем Vape Data Factory Reset. Выбираем, нажимаем Factory Data Reset. И теперь нажимаем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.